И следующими на эту сцену выйдет команда КВН «Би-би-би». Одна легенда гласит, что нерусский мальчик с русским паспортом освободит людей от гнета толстого ниндзи. Но пока легенда остается легендой. Ну что ж, мой ученик, вот я научил тебя главному правилу нашей музыкальной боевой школы – бей с музыкой в сердце. Но теперь я научу тебя обороняться с музыкой в сердце. Давай, бей и запоминай. Уход дирижера. Еще раз бей. Уход дирижера. Затем захват флейты. Переход на саксофон. Ну и дальше пошел джаз, то есть импровизация. Либо бубен, либо пюпитр, либо губная гармошка. Но самое главное – маракасы. Но тренер, а если они меня будут бить ногами? Ногами? Мальчишка, бей и учись. Уход дирижера с поклоном. Захват Зинчука сразу, барре на шестой струне, ж ты не боишься, порвай. Затем переход на арфу, играешь, играешь, играешь. Но тренер, а если они будут смеяться надо мной? Смеяться над тобой? Заставь смеяться над ними, бей. Захват скрипки. Переход на виолончель, загиб на тромбон. Ну и дальше, ау, ау, двойной Джексон. Эта танцевальная техника можешь не запоминать. Ну все, я готов, тренер. Нет, ты не готов. Ты не готов. В твоем случае главное – скорость. Заметил что-нибудь? Нет. Ладно, ты готов. Мне нужен толстый ниндзя! Я хочу толстого ниндзю! Кто хочет меня? Музыкальная школа. Посмотрим, знаком ли ты с танцевальной техникой. Вау! Не ожидал, а? Давай, бей, давай. Как тебе индийская танцевальная техника? А теперь внимание, двойной Джимми! Ача! Ача! И лунный песок в глаза! Вспомни, что говорил тебе учитель! Бей с музыкой в сердце! Мальчик одолел толстого ниндзю, и с тех пор никто никогда их больше не видел. Но если вы слышите где-то маракасы, знайте, это добро борется со злом. Это была команда КВН «Би-би-би». Аплодисменты. Замечательно. И завершит конкурс домашнего задания команда КВН «Пробник». Встречаем.
Дорогие друзья, наше выступление мы хотели бы посвятить новогодним праздникам. Итак, представьте, такая девушка есть в каждой компании. Вчетвером мы взяли две. Было хорошо. Жаль, что мы не рассчитали. Алгебра на два. Быстрый наш метаболизм. Он погубит вас. Мы в его капкан попали. Ай-яй-яй-яй-яй. Получилось, как всегда. Никак у людей. Накидалась только Алла. Алла молодец. Алла просто молодец. Алла-ла-ла-ла. До конца в себе держала. Известно, раньше Новый год отмечали 1 сентября. Теперь давайте пофантазируем. Детский новогодний утренник 1 сентября. Кто идет с большим ведром? Кто несет подарки в дом? Дедушка, картофель! Такая нарядная в гирляндах с игрушками в углу стоит. Батва! Ай, молодцы! А давайте все вместе позовем мою внучку. И... Лопаточка! Лопаточка! Здравствуйте, детишки! А какие вы у меня нарядные! Тут и земляной червь, и осенняя лужа. А теперь побежим во двор, будем кидаться землей и лепить грязную бабу! Дамы и господа, все прекрасно знают песню «Выйду я на поле с конем». Но мало кто задумывался о тяжелой судьбе жены этого человека. Итак, песня «Выйдет муж на поле с конем». Музыка ихняя, слова нашинские. Поехали. У меня, девчонки, беда. Ночью муж уходит без следа. Когда стал меня, мой муж патриот. В ночь опять с конем по полю пойдет. И в постели тишь благодать. Секса уж 3 года не видать. Не скучает муж по бескрайнему телу моему. Когда дочку сыном родила, муж им выбирал имена. Золотая рожь да кудрявый лёд. Так назвал детишек наших он. Выйдем утром в поле вдвоем. Я вдвоем с огромным ведром. Мы пойдем с ведром по полю вдвоем. Убирать все, что оставлено конем. Лучше б он к любовнице ходил. Лучше б с мужиками водку пил. Лучше б наркоман или даже гей. В общем, что угодно, только без коней. Но однажды с ним я пойду в поле, где мы встретим зарю. И обида пройдет, когда скажет он: я влюблен в тебя, родная, влюблен. А закончить хотелось бы словами Вячеслава Зайцева. В гардеробе каждой девушки должно быть вечернее платье с открытой спиной. И утреннее с закрытым лицом!
Ну что ж, домашнее задание сыграно, а значит, что все конкурсы нашей сегодняшней игры сыграны. И приглашаю команды на сцену. Уважаемые члены жюри, в порядке выступлений оценки. Команда КВН имени меня. 5-5-5-5-5. Команда КВН Бе-Бе-Бе. 2-2-2-2-2. Команда КВН Пробник. 2-2-2-2-2. Дайте. Подожди, стоп, я не поняла, что за оценки? Что за двойки? Это потому, что я женщина, да? Да. Не-не, мы-то проиграть не против. Нас мамы всегда воспитывали, что нужно уступать место женщинам и старикам. Ой, да, ой, смешно, смешные, да? Ой, смотрите, я с усами, а-а-а, смотри, смотри, мне смешно, а? Старые-то тебе зачем? Усы отдай! Ты что творишь, а? Ты себе равных выбирай! Слушай, давай вот по-бабски разберемся, ну давай! Чё ты, а? Вот сволочь, а? Вот ты котел-то, а? Чё ты такая скользкая стерва? Ребята, бейте его! Чё, может помочь? Парень не сложил справиться. Да, молодец. Ребята! Чё мы между собой деремся? Вот кто нам оценки-то ставит, ребят. Да ладно, чё на них обижаться, да? Европа плюс так себе, Юрган так себе, Кривошеев смешная фамилия. ЛПК, счастья, спасибо. Помогайте пацанам, трудную минуту не бросайте. Спасибо. Да не называй его. А кто это? Двойки стоят. Да. Что, самое смешное там сидишь, Вачка? Самое смешное, что ли? Ну иди сюда, пошути что-то. Иди сюда, пошути что-то. Иди сюда. Иди, 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 иди. Давай, давай, давай. Давай. Подожди, подожди, очки сними, разобьет. Я здесь, эй, я здесь. Я здесь, я здесь, я здесь. Давай, да, давай, 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 иди сюда. Иди сюда, иди. И так будет с каждым. Очки. Не, ну так-то, как-то Сергей-то по делу, да, поставил. Да, грамотные оценки. Ну, нормальный, да. А что, да у вас-то вообще неграмотные были оценки. Серега, ты молодец, что? У вас-то откуда двойки? Что, оценки-то неадекватные? А? Не слышишь, что ли, меня? Вот, правильно. Вот. Серега, нормально. Адекватно оценка. Да, нормально все. Дорогие друзья, на самом деле никто из нас не играет в КВН за оценки. Мы играем за ваши улыбки. С вами были сегодня команда КВН имени меня. Команда КВН Пробник. И команда КВН Бе-Бе-Бе. Спасибо, увидимся. Пока-пока. Пока!